Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу классную, крутую, водонепроницаемую, что? Колонку, правильно. Колонка ко мне пришла из магазина GearBest. Какой-то ноунейм, короче, название ее Expo 400. Вот, но она имеет очень привлекательный вид. Вот такая вот колонка. Монолитная, в форме кирпича, она водонепроницаемая, защищенная полностью, и у нее резиновый корпус. Сегодня мы ее будем тестить, я ее буду погружать в воду. Вот что у нас еще пришло в комплекте. Ага. Зарядный кабель и AUX кабель. Ну, кабеля хлипенькие, ну как бы подойдут, почему бы и нет. Еще раз, название у нас колонки Expo 400. Колонка сделана у нас из металла с резиновым покрытием. Я смотрю, покрытие у нас очень хорошо прилегает, его тяжело отдереть. И, в общем, она водонепроницаемая, еще раз повторюсь, и противоударная. Ну, заявление на противоударность, я верю этому заявлению, потому что она реально плотная, монолитная и резиновая. Сверху у колонки у нас есть прорезиновая такая панель. Здесь мы можем видеть, как включить колонку, остановить музыку. Вперед и назад. Также можем прибавить звук и убавить. На торцевой части у нас есть вот такое гнездо. В этом гнезде вход для подзарядки, вход для карточки microUSB и AUX вход. На противоположной стороне у нас есть крепление для шнурка. Ну, шнурка в комплекте нам не положили. Ну, печально, конечно. Колонка у нас включается очень просто. Мы зажимаем кнопку запуска. Проходит секунд 5, тогда она у нас включается, и здесь загорается синий индикатор на колонке. Передняя часть колонки полностью стальная. Ну или алюминиевая, я не знаю. Мне кажется, что стальная передняя часть. И под этой стальной частью находится мембрана для влагозащиты. По техническим характеристикам у нас такие характеристики. Значит, в колонке аккумулятор 2000 мАч. Ее хватит примерно для 5-6 часов воспроизведения, что, ну, как бы нормально. Это средние показатели в таких колонках, в такой ценовой категории. Далее, у нас здесь расположились два динамика под этой защитной пластиной. На сайте пишется, что они по 3 ватта, но мне кажется, что они по 5 ватт. То есть они так звучат, как будто они по 5 ватт каждый. У нас получается, они направлены в одну сторону, и обзор звука, я не знаю, как правильно назвать, 180 градусов. То есть не 360, только 180. В принципе, эта колонка очень похожа на мою колонку, которая была у меня на обзоре. Вот это вот от Blitzwolf. Они очень похожи и по звучанию, и по характеристикам. И даже у них батареи одинаковые. Кстати, если хотите, чтобы я сравнил эти две колонки, ставьте лайки. Пусть наберется, допустим, 400 лайков, и я сделаю следующее видео с сравнением этой колонки и колонки от Blitzwolf. Так, ну и что, хватит говорить. Давайте ее будем тестить. Колонка у нас очень легко подключается через Bluetooth. И погнали. Даю максимальную громкость. Скажу, басы у нее, конечно, валят. Басы у нее классные. Так, послушаем рок. Проверим
ее на бас. Сейчас посмотрим, какая у нее басистость. Не, ну я вам скажу, у Blitzwolf бас будет немножко получше. Ну, она вроде как бы басит, но не такой серьезный бас, как у Blitzwolf. В общем, что я вам скажу, колоночка действительно неплохая, неплохая. Басы у нее не такие сильные, как у Blitzwolf, там будет немного по басисте, но здесь басы хорошие. То есть на низких она отрабатывает хорошо, и на высоких, в принципе, она не сильно задирает. То есть она вообще, я не заметил, чтобы она задирала. Она что высокие, что низкие отрабатывает нормально. Ее цена примерно что-то $27. То есть до $30 такой ценовой категории. Ну и давайте еще проверим ее водонепроницаемость. Посмотрим, как она ведет себя под водичкой. В общем, вы поняли, да? Если хотите сравнение этой колоночки с колоночкой от Blitzwolf, 400 лайкосов, и я делаю это сравнение. Причем сравнение сделаю и под водой, посмотрим, как они реагируют обе на воду, и на улице, и в студии. Все будет по красоте. Колонка мне пришла из сайта GearBest, ссылочка будет в описании. Ну, вообще, ребят, хороший сайт, можно много чего заказывать, заказываю уже не впервые. Хотя вы и так, наверное, знаете, что я вам это рассказываю. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жду ваши комментарии под видео. Пишите, мне будет интересно, что вы думаете насчет этой колонки. Уверен, что у вас есть другие варианты, что можно купить за эти деньги. Но все же, колонка реально интересная, противоударная, водонепроницаемая. Имеет право на жизнь. Нормальная. Так, я погнал снимать следующий ролик. Жду от вас 400 лайков. И пока. Увидимся.